Я хотел сказать, что я милой Ксении дарю этот портрет, а вместе с этим хочу проговорить, что девушки, симпатичные, естественно, девушки, которые хотели бы поучаствовать в подобных мероприятиях, в том числе просто попозировать на портрет для видеоуроков, обращайтесь, обозначивайте свое желание. Ну и, наверное, я эти портреты буду дарить и другим, потому что, ну, так будет красиво. И цены не будет, конечно, вот. От нас огромное спасибо. Мы получили огромное удовольствие. Мы побывали в художественном раю сегодня. Вот. Конечно же, это не был батлом, это мы так назвали. Состязаться с таким мастером, это в априори уже проиграть. Но я проигрываю с удовольствием и получаю огромный заряд энергии, вдохновения. Поэтому, Игорь, спасибо тебе огромное. Да, тебе спасибо. Я от себя хочу сказать. Про подарок я узнала буквально несколько минут назад. Честно говоря, когда Марина мне предложила просто поучаствовать в этом всем, для меня было большой радостью. Получить подарок – это двойная радость. Она не знала, да. И я тоже. Волшебная мастерская, и, конечно, здесь нет, даже... Нет, это не мастерская, мастерская, конечно, зимняя там, я и, человек. И летняя там. А это, собственно, зал. Для меня вот эта атмосфера, я сейчас вот сижу, в этом все нахожусь. И знаете, вот начало Нового года, дорогие друзья, верьте... В чудеса. В чудеса и в какие-то такие, знаете, волшебство. Новый год начался, пусть он начинается, вот у меня начался с такой приятной ноты. Спасибо вам огромное. И это очень-очень-очень. Будьте здоровы. Ну и если есть художники, я надеюсь, и ты, Марина, будешь еще меня вызывать на ринг. Если есть художники, которые хотели бы в эту игру поиграть, давайте поиграем. Да, игра стоит свеч, потому что у меня сегодня тряслось все, что можно. Ну, даже хотя бы вот это преодоление. Да, да, это дико-дико, конечно, такой опыт. Мне, кстати, тоже вначале руки тряслись. Да, мы же художники привыкли к комфорту, мы привыкли к какому-то такому, ну, мы уже избалованы этим вот этим. Ну, хочу – попишу, хочу – не попишу. А тут как-то так сама вызвалась и сама отвечает. То есть, ну, тут сначала мне нужно было лакардин, но потом потихонечку... Я думала, я одна такая, оказывается, нет. Ну, все прекрасно. Замечательный день. Он останется в памяти. Это очень здорово. Все, до новых встреч. До свидания.